Надежды нет. Это произошло за Воротнюк вчера. Тяжело больна. Дочь за Воротнюк сделала заявление о матери. Вот уже долгое время Анастасия Заворотнюк борется с опухолью головного мозга. Поклонники актрисы мало что знают о ее состоянии, потому что близкие звезды сериала «Моя прекрасная няня» предпочитают не комментировать болезнь артистки. Однако в этот раз дочка Заворотнюк решила сделать исключение. Во время поздравления с Днем Матери девушка призналась, что актриса по-прежнему тяжело больна. На своей странице в Инстаграм Анна опубликовала пост, который посвятила маме. «Хочу сказать, что в жизни каждого мама – это самый важный и родной человек. Сейчас моя мама тяжело больна, но мы победим все плохое, я уверена в этом», – написала девушка. Анна также призналась, что вчера ей было особенно больно, однако она не хочет опускать руки, тем более у нее есть прекрасный пример. Ее мама. Ее наследница назвала настоящим бойцом, который сможет преодолеть все трудности. В комментариях интернет-пользователи поддержали Анну, пожелав ей терпения и сил. «Анечка, вы обязательно справитесь. Здоровья вашей маме. Здоровья вашей мамочке. Все обязательно будет хорошо», пожелали подписчики Анны.